Буквально минута осталась до начала церемонии объявления победителя. Зачастую итоги недельной борьбы немало удивляют наших участников. Интересно, в этот раз их мнение совпадет с результатами их же голосования? В целом, победительницу я бы назвал Марина. Я считаю, что победить должен Дима. Он замечательный, гостеприимный и чудный хозяин. Я думаю, что победит Ярослав, потому что для мужчины он очень хорошо готовит. Он артистичный, жизнерадостный. Все ребята были просто великолепны, это личные качества. Однако, если говорить о кухне, о готовке, то я бы предпочтение дал Марине. Пусть она победит. Я думаю, победит Ярик. Потому что он и великолепный кулинар, и великолепно нас развлекал, и добродушный хозяин. Дорогие друзья, привет! Заждались? Привет. Да. Волнуетесь? Нервничаем. Хотите знать, кто стал лучшим на этой неделе? Нет. А придется. Пятое место. С результатом 280 баллов на этой неделе занял Александр. Я почетный пятый. Александр, на этот момент это лучший результат. 360 баллов получила Надежда. Она занимает четвертое место. Третье место с результатом 370 баллов занимает Дмитрий. Он на третьем месте. Отчетная бронза. Отчетная бронза. 390 баллов. И второе место Марина. И на первом месте Ярослав. У него 400 баллов. Держи пять. Вот так оно. Мы поздравляем Ярослава. Он становится победителем и завоевывает право называться лучшим хозяином этой недели. А вот теперь аплодисменты. Ярослав, искренне поздравляю тебя и вручаю сертификат на получение приза от программы «Званый ужин». Мы дарим тебе плиту, которая поможет добиться совершенства на кухне. Спасибо, прям пиджачку, цветка. Ярослав. И еще один подарок. Набор японских кухонных ножей «Таджиро». Сделанные согласно древнейшим японским традициям, они легко режут любые продукты и остаются острыми на протяжении многих лет. Теперь будут в доме острые ножи. Но это еще не все. Журнал ТВ-7 дарит всем участникам этой недели подписку на 3 месяца. А один из вас, чье меню, по мнению ТВ-7, было самым интересным, станет героем настоящей журнальной публикации. Аплодисменты ТВ-7. Дорогие друзья, ну а сейчас я приступаю к самому грустному моменту в моей работе. Моменту прощания. Спасибо всем тем, кто искренне старался сделать свои званые ужины по-настоящему запоминающимися. Надеюсь, что вы проведете еще не один такой вечер в компании друг с другом. Ну и, быть может, меня не забудете пригласить. Буду очень рад. А сейчас до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Победа Ярослава абсолютно. Я рад, очень рад, действительно. Я безумно рад за Ярослава, что он победил, он получил по заслугам. Я считаю победу Ярослава абсолютно заслуженной. Ярослав был лучше. Я желаю этому мальчику также побеждать, с таким же большим отрывом и во всех остальных конкурсах. В принципе, я думал, что во мне есть определенные таланты, но что у меня есть талант кулинарный, уже никак не думал. Первое место, супер. Я люблю побеждать.